Добрый день! Вы смотрите специальный выпуск новостей. Журналисты НТР будут в течение дня рассказывать вам о том, как в Нижнекамске проходят выборы депутатов Государственного совета 6-го созыва. Сейчас мы находимся в поселке Красный Ключ. Члены участковой избирательной комиссии спешат к единственному ветерану Великой Отечественной войны поселка Красный Ключ Хадиуле Файзуллину. Ему 93 года. На выборы пойти не в силах, поэтому он заранее предупредил комиссию о желании проголосовать дома. Когда жив, здоровый был, ходили ведь сразу, с радостью, праздник был хороший. В деревне, тогда в деревне жили, там в деревне... Прекрасный Байрам был. Так больше, что домой приходит. Да, спасибо им. Мы выезжаем по домам нашим ветеранам войны и больным людям. Они не остаются равнодушными в этот прекрасный день и хотят дать свои голоса. Таких, как Хадиулла Файзуллин, по городу и району 416 человек. Это инвалиды и ветераны. Они находятся на социальном обслуживании и практически не выходят из дома. Те, кто не может пойти на выборы по определенным причинам, должны предупредить свой избирательный участок до 2 часов дня. Номер горячей линии 8 800 707 2019. Еще раз напоминаем, что избирательные участки работают до 8 вечера. Смотрите нас каждый час.